Жители Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива «Казхом», осуждены к реальным срокам лишения свободы. Противоправные действия указанных лиц изобличены сотрудниками департамента ФМ по Атырауской области. Гражданам предлагали внести деньги в финансовую пирамиду под предлогом обеспечения недвижимым имуществом. В ходе досудебного расследования установлено, что в деятельность кооператива привлечено порядка 300 вкладчиков, из которых подали заявление только 35 лиц, где сумма ущерба по данным заявлениям составляет более 49 миллионов тенге. Приговором суда руководители потребительского кооператива «Казхоум» признаны виновными, им назначено наказание по 6 лет лишения свободы каждому. Уважаемые граждане! При инвестировании средств необходимо проверять надежность компании. Для этого функционирует телеграм-бот «Байка пирамида». Кроме того, на сайте АФМ опубликован перечень финансовых пирамид. Будьте бдительны и не вкладывайте свои накопления в сомнительные финансовые организации.